выкоп Алматы, столица Казахстана бывшей. Вот такие высотные здания, начнем с них. Сейчас я подхожу еще Алматы, мегацентр, вон он виднеется. Хочу найти книжку, одну запрещенную в Литве. Вот для этого, в принципе, сюда я и приехал. Пойдем. Пойдем мороженое. Нет. Сейчас надо искать мост, где дорогу перейти. На это, наверное, дальше будет. А так сегодня такая хорошая погода. Тепло. Я в легкой куртке. Хоть в футболке ходи, просто не хочу куртку снимать. А так очень тепло, хорошо. Плюс 20 точно. Плюс 18 было в интернете написано. Но... вот так красиво. Речушка. Весна. Очень красиво. Так, вот она виднеется, Мега. Где же тут мост? А, мост впереди нас ждет. Сегодня суббота. Хорошо, народу меньше, машин меньше, поэтому передвижение проходит легко, весело. От этого и тоже настроение. Вот, ребята, нашел я мостик. И сейчас по нему перейдем к Мега. Люди отдыхают сегодня, все хорошо. Проверяем новую камеру на телефоне. Посмотрим, как будет она работать. Продолжаем прогулки по Алма-Ате. Какой-то памятник прикольный. Ищем памятник Виктору Цою. Здесь в Алма-Ате в 1988 году был снят легендарный фильм «Игла». А в прошлом году летом установили памятник Виктору Цою. Вот я хочу сейчас его найти. Рыбаева 154, ориентир. Вот пока не вижу. Буду идти дальше. Может, что-нибудь найду. Так красиво, чисто, хороший город. Алматы есть, Алматы, Алмата, раньше так называли в советское время, сейчас на Алматы переименовали. Вот, ребята, нашел я ориентир Турибаева 154, дом. Сейчас мы подойдем к памятнику нашему легендарному Виктору Цою. Здесь, на этой улице, вот сейчас, вон она виднеется, до которой я дойду, был последний эпизод с Виктором Цоя, где у него попросили прикурить и ударили ножом. Это конечный эпизод фильма «Игла». Вот такая память. Вот собрали деньги, насколько я читал, 100 тысяч долларов, и фанаты сделали памятник. Вот он. Легендарный Витя Цой. Все, ребята, заканчиваю съемку. До новых встреч. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Будет много интересных видео. Вот фильм «Игла». Все, ребята, приятно было снять для вас видео. И для себя тоже получил огромное удовольствие. Молодцы, кто это сделал, кто собрал деньги. И не забывают память Цою, Виктору Цою вечно. Все. Всегда ваш Алекс с вами. До новых встреч.
Разрешите перекурить? На этой оптимистической спортивной ноте мы и закончим наш фильм.